Гуманитарную помощь активно собирают не только в Одинцове, но и в Звенигороде. Дружная команда добровольцев из 10 человек принимает вещи, продукты, средства личной гигиены. Сортируют, готовят к отправке и доставляют адресно. Каждая коробочка, каждый турникет – все уходит с обратной связью. То есть нет такого, что вы передали и нам не сказали спасибо, либо поблагодарили кого-то лично, потому что есть люди, которые помогают именно адресно. То есть они захотели помочь этому подразделению, они сами купили, они сами передали. Глава округа пообщался с волонтерами, узнал особенности работы центра. Если другие центры не берут вторичные вещи, берут только новые, то здесь берут вторичные вещи. А дальше со вторичными вещами что вы делаете? Если это мужские вещи, мы их стираем, смотрим, чтобы они не левые были, передаем на фронт. Если это женские и детские, передаем на фронт. В связи с этим центр нуждается в прачечной. Пока вещи стирают сами волонтеры на дому. Кроме того, здесь краят, шьют необходимую для военнослужащих одежду. Термобелье, толстовки, балаклавы, а также турникеты. На каждую балаклаву писали письмо. Это вот такие вот балаклавы. Вот. Писали письмо и вкладывали сюда конфетку. Целую коробку передали. Сейчас в центре не хватает швей. В этом глава обещал поспособствовать, а также снабдить стеллажами и подумать над увеличением площади. Кроме знакомства с центром, Андрей Иванов проинспектировал и недавно установленные в селе Введенское локальные очистные сооружения. Несколько степеней защиты. Первая защита стоит в приемной КНС. По всей станции есть переливные окна. Даже если отключить электричество, то здесь все пойдет самым отличным способом. Да, степень очистки будет чуть ниже, но на выходе все равно она прозрачная, без всякого запаха. Ранее несколько раз за год подвал жителей дома номер 30А затапливало сточными водами. За две недели были установлены очистные сооружения. Сейчас стоки проходят полный цикл глубокой биологической очистки. По восстановленной трассе вода выводится в близлежащий овраг. Теперь важно сохранить этот объект от вандализма. Нам надо видеонаблюдение здесь сделать и охрану. Да, либо намертво закрывать крышки. Электроэнергию притянули, потом это все выведем на центральный диспетчерский пункт. Давайте камеру поставим. Да, давайте поставим. На всякий случай. Все оборудование на станции российского производства. Гарантия 30 лет. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».